великомученицы Екатерины. Почему? Это постройка 1800 года, а перед этим храмостроитель Лев Васильевич Давыдов, он женился на Екатерине Раевской. Екатерине Раевской, вообще вот местность вот эта, она связана с войной 1812 года, и Екатерининская, и это правая сторона Дона, а левая сторона Дона это Никитская, которая принадлежала Раевским именно. И Екатерина Раевская, когда вышла замуж за Давыдова, она была вдовой. Она родная мама знаменитого Николая Николаевича Раевского. Все, наверное, помнят знаменитые флеши Раевского. Вот. А потом, когда ее муж Раевский умер, она вышла замуж за Давыдова. Храм, конечно, по своей архитектуре очень привлекательный, огромный. Вот мы находимся сейчас в холодной части храма. Вот это подкупольное пространство, которое находится над нами. И огромный алтарь, который мы сейчас видим. Это центральная часть алтаря. Южная и северная двери алтаря. Значит, в серединке находились царские врата. Вот. Значит, здесь проходила служба. Что касается прихода, если не ошибаюсь, здесь приход был небольшой. Около 800 человек. Храмитель, это небольшой приход. В то же время мы видим объем, особенно объем трапезной части храма, которая вот находится с той стороны. С той стороны тоже снять. Вот. Это вот огромный объем имеет трапезная часть храма. Ну и здесь довольно-таки вместительно. И еще что интересно, мы тогда снаружи увидим, что здесь было две колокольни. Вообще церковь никогда, по крайней мере в документах это не прослеживается, она никогда не перестраивалась, не поновлялась, как по церковному говорили, не поновлялась, не расширялась, не уменьшалась и так далее. То есть она находится в своем первозданном виде.